Дамажу сам Платон. Я выиграл катку. Лу, представьте. Конечно, открытия масштабного не будет, как всегда, но... Ладно, все равно. Я не копил сундуки, сорян, конечно. Все. Открываем мегаящик. 5 предметов. Ладно, не страшно. И... Такой момент. Ну, снова щелкаем. Конечно же. И... Отлично. Просто... Просто офигеть. Где у нас Лу? Ну, мы, конечно, все тратим. Я тут немножечко накопил. Ну, 150 это нормально. Лучше, ну, в принципе, нормально. Отлично. А нормально я вот так его вкачал? Сразу на четверке, неплохо. Ну и все. Ставим его на Лу. Ой, Лу, блин. Как жалко, что у меня тут только силовая гонка на Лу у меня. Кстати, что-то. О, хорошо. У меня... Нету звездной силы. Ну ладно. Подождем, пока будет осада. Так, я пойду в футбол, в принципе. Ну, Лу вроде лучше всего в осаде. Ой, а чё так мажу? Так, это моя первая карточка на Лу. Я на нем никогда не играл. Как-то сложно, стоп. Я играю с ботами, конечно. Всё. Я сейчас просто кушаю, сорян. Воу-воу-воу. Отлично. Взял не очень. А никто и не поздравил. Почему? Ну ладно. Ой. Блин. Чего? Десять тысяч кубков и на бане. Ты. Что это такое? Как у вас? Ну ладно. Продолжаем. Вот да чё к нему прикольно? Да харе! Я лутаю. Ну, знаете, чё, типа я нубас на Лу. Я его только забрал с Бравл Пасса. Вообще не знаю, как на нем играть. Думаю, реально, не судитесь строго. Ха-ха, 300. Чувак, тут это... Всё. Изи.
Ну го. Почему бы нет? Вот интересно, как у значок этот двигается. Который. Как он называется? Показывает палец вверх. Вот. Всё. Нормально. Не знаю, тут типа вот. У тебя встречают каких-то нубиков и такие. Чё, почему у меня мистер Пилу попался? Как это? Ну, пока легкие карточки. Вот бы мы так его до ранга 5 апнем, мы достаточно. Ну все. Вот новый бравлер. И сейчас я могу легко апнуть 17 тысяч. Ну, 17 200 я могу легко апнуть, потому что у меня новый боец, вы понимаете? Фига. Ну, я так что там не буду забивать. Опасно. Так. Давайте. Все. Изи. Пока очень легкие катки. Мы его скоро апнем на 5-й ранг. Бугатку не полюбашу затащим. Чувак, это пас, да? Брафу тебе, дай пас. Ай, ладно. Ой, блин, ну дай пас. Без трикшота. Здесь что-то здесь опасно было трикшотить. Да что у нас гейл АФК, что-то не понимаю. Так, опа. Да давай, да не трикшот. Это он не хотел трикшота. Да блин, ненавижу я трикшотеров, тем более это очень низкие кубки. И вот шанс огромный, что он промаз. Тем более с таким-то никнеймом Леон. Скорее всего, он будет мазать трикшотом. Ну, либо это блэтовец. Он не специально поставил почему. Ой, харе, ты чё? Всё, лучше. Ну и у нас... Ой, я впервые этот звездный игрок на лут. Вот и 5-й ранг на лут. Всё. Ну, в принципе, я думаю, уже достаточно. 10 минут записали. В принципе, не думаю, что кому-то интересно, как я буду апаться. Тем более, мне уже неохота. Выбил, ну, хорошо. Могу еще в группе в WhatsApp дописать. Кстати, вступаю. Вступайте, то есть. В вкладке о канале там все морловники есть.
Кстати, у кого-то тут из нашего клуба есть лут? Не знаю, я в профиле кав, думаю, что-то не хочется заходить. Ну ладно. Сам был Платон, пока, Маржи.